несколько уже добились того, что, так сказать, гомосексуалисты имеют право быть священниками, так сказать. Я не против того, чтобы люди занимались чем угодно в своей постели, но есть определенные моральные ценности, которые несет религия. И эта религия традиционная. Вот, мне кажется, в чем суть этого конфликта. И на самом деле этот конфликт гораздо более опасный, чем просто конфликт цивилизаций. Потому что это конфликт между развитым, высоко развитым, у которого, кстати, есть свои...